Ну, узнал, во-первых, из СМИ, то есть на Е1 была новость, вот, решил поучаствовать, ну, в принципе, хотел давно спорткар себе, и почему бы и нет. А то, что вот таким вот способом его можно приобрести, не смущает? То есть... Но сначала смущало то, что надо внести задаток в сумме почти 1,5 миллиона рублей на счет. То есть, ну, грубо говоря, надо заморозить деньги на месяц примерно плюс-минус. То есть вот, но потом, изучив вопрос, решил все равно попробовать.